миндальное печенье. Это безумно вкусное. Вы знаете, с минимум ингредиентов полезное, готовится очень быстро, но и все будут в восторге. Этот рецепт покорил всех моих подписчиков. И сегодня я решила их приготовить и показать вам эту вкусноту. Готовим вместе со мной. Наше печенье миндальное из трех ингредиентов. Нам понадобится миндальная мука, перемолотый миндаль, сахар коричневый, пюре яблочное, сода или разрыхлитель и немножко лимонного сока для погашения нашей соды. Все ингредиенты в описании. Все, что нам сейчас надо, это смешать все ингредиенты. Берем сахар коричневый. У меня здесь он с ванилью, поэтому так. Яблочное пюре. Яблоко я просто взяла, почистила и смолола его. Можете сделать, конечно, пюре. Сейчас мы гасим нашу соду лимонным соком. Все, добавляем соду и просто все смешиваем. Если вдруг у вас будет как бы жидкое тесто, то можете добавить еще немного миндальной муки. Смотрите, тесто получается очень приятное. Смотрите, оно какое, вот видите? Оно как бы, оно мягенькое, но оно не липнет к рукам. Его спокойно можно, вы не раскатаете его, прям не сможете. Но, смотрите, вы сможете его раз и сделать вот такие печеньки. Конечно же, можно положить в холодильник и тогда раскатать наши печеньки и сформировать из формочки, вырезать. Но я делаю все проще. Хочется же быстро, да, мы же привыкли все быстро делать. И я просто беру их, формирую, сейчас покажу вам, и выпекаю. 15-10 минут, и печеньки у нас готовы. Все, начинаем формировать их. Здесь важно силиконовый коврик или пергаментная бумага. Обязательно кладем на что-то это, иначе у нас все прилипнет. Можете взять ложку для мороженого, можете обычную взять ложку, но хорошо, чтобы они были все одного размера, чтобы у нас не были печеньки. Просто вот формируем. Сначала кладем такие, делаем шарики. Формируем наши печеньки. Все, что сейчас нам надо, как формировать эти кругляшочки, просто намочить ручками и все. И вот так вот руками красиво, красиво, красиво формируем. У меня полпорции получилось 6 печенек. С полной порции у вас получится 12. Ну, я делаю их так крупненько, вы можете сделать их помельче. И здесь по вашему выбору вы можете их сделать потоньше, чуть-чуть потолще, это уже на ваш вкус. Все, и выпекаем. Выпекаем наши печеньки при 180 градусов. Ну, давайте вот с 10 минут начинайте. Вот минут 10, 12, когда 15. Ну, вот они прям очень быстро пекутся. Это быстрые печеньки. Их можно есть в посты веганам. Боже мой, они вот вообще просто это палочка-выручалочка, выкадыши. Ну, вот при любой диете и... Не забываем, что здесь это вообще печенье, кто страдает анемией, проблемами с В12. То есть здесь яблоко и миндаль. Самое полезное. Самое полезное все. Самые полезные продукты. Смотрите, горячие печеньки, они такие мягенькие, мягенькие. Их надо полностью остудить, это очень важно, иначе они будут сейчас ломаться у вас. Вот такие вкусные печеньки у нас получились. Очень быстро, полезно, вкусно. В общем, готовьте на здоровье, подписывайтесь и оставайтесь с нами.